Не скажешь. Вот. Александр Горячкина. Саш, только встань, пожалуйста. Не так, чтобы мне на солнце, а чтобы ты от солнца была. Вот так вот. Сегодня пришло известие, что у Александра Горячкиной сегодня знаменательное событие. Ее утвердили самым юным гроссмейстером или гроссмейстершей. А, кстати, как правильно? Гроссмейстер или гроссмейстер? Или гроссмейстерша? Нет. Все-таки гроссмейстер, да? Ты сейчас партию смотрела ее? Она играет с Олей Гирей, да? Да. Вот. Ну и как ты оцениваешь вот сегодня? Ну, у нее, конечно, похуже, но там три результата. Ты думаешь, ничья будет? Может быть. Но она же без печки. Нет, ну так, может быть, это я так могу гадать. Тебе уже, как профессиональному шахматисту, уже не к лицу так говорить. Может быть, там. Вот. Там все может быть. Ну, нет, как все? Ты что, думаешь, Гири может проиграть? Но я думаю, что Оля не проиграет. У нее похоже, как на два результата, там нормально. Ну, в общем, ты думаешь, что она все-таки удержит. Есть шансы, да? Но пешек-то много. Пешек много, а значит шансов, по-моему, я так понимаю, я как не специалист. Ну, тут в разных позициях по-разному. Это мы знаем, ваши ответы такие вот на три результата, это мы знаем. А вот дело в том, что вот я вот где-то слышал, что на самом деле, чем больше пешек, тем сторона, которая имеет преимущество, ей выгоднее. То есть ей невыгодно менять пешки. Не, ну это вообще да. Это правильно, да? Ну, я понимаю, что зависит от позиции там конкретно. Но вот если ферзь и много пешек, это же лучше, чем ферзь и одна пешка. Тогда вроде там ничья как бы, ну, достаточно с большой вероятностью. Ну да. То есть сейчас, значит, Саша Горячкина должна не менять. Саша Горячкина должна либо менять, либо не менять. Тут как бы... Это почему это нет? Ну, у обоих есть шансы, варианты. Да. У Горячкина меньше, значит, она должна... Ладненько, скажи, пожалуйста, ты готовишься сейчас к нашему соревнованию? Нет. А почему ты не готовишься? То есть ты считаешь, что ты уже достигла преимущества огромного в счете, да? Нет, я считаю то, что... Мне лень готовиться, так что... А, понятненько, ладненько. Но все равно, сегодня сыграем.